толпе людей, идущих по улице, вряд ли удастся определить того, кто страдает от рассеянного склероза. Серьезное аутоиммунное заболевание визуально незаметно и часто дает о себе знать уже на прогрессирующей стадии. Симптомы у недуга разные – от головных болей до онемения конечностей. Потому рассеянный склероз называют болезнью с тысячи лиц. Вылечить ее нельзя, можно лишь стабилизировать состояние, продлив полноценную работоспособную жизнь. Отныне возможность быстро поставить диагноз и провести качественную терапию есть в Химках. Кабинет будет работать ежедневно. Он существенно, первое, разгрузит наше головное учреждение, это маньяки. Вот. А самое главное, пациентам будет просто ближе ездить сюда, потому что близлежащие районы перемаршрутизируют именно в наш кабинет. Эта доступность улучшит время доезда. Ну а качество пребывания пациентов мы обеспечим, чтобы оно было достойным. Центр рассеянного склероза, открывшийся на базе Химкинской областной больницы, это кабинет для амбулаторной помощи и отделение дневного стационара для пациентов, которые проходят инъекционную терапию. Здесь будет специалист, который занимается именно данной проблемой. Узконаправленный, никуда больше, да, не выходящий за эти пределы, чтобы максимально погрузить и специалиста, и пациенту оказать максимальную помощь. На сегодняшний день в Химках проживают более 300 человек с подтвержденным диагнозом рассеянный склероз. Получить помощь в центре, открывшемся в городском округе, смогут также жители Дмитрова, Дубны, Долгопрудного, Лобни и Солнечногорска. Планируется в рамках распоряжения открыть 10 центров. Одно из них головное – это маньяки имени Владимирского. Основная задача – точной диагностики, верификация, постановка на учет в федеральный регистр для того, чтобы обеспечить финансирование прежде всего, да, этой программы. И 9 центров в области – это в тех местах, где по предыдущей статистике больше всего пациентов. Открытие таких специализированных центров позволит пациентам находиться под постоянным и динамическим наблюдением у одного и того же специалиста, который будет от и до знать историю болезни и корректировать схему лечения в зависимости от состояния больного. Для удобства как пациентов, так и специалистов в центре предусмотрена предварительная запись на прием.